К другим новостям. В Семее прошел международный фестиваль-конкурс традиционного казахского декоративно-прикладного искусства «Асылмура». В традиционном мероприятии приняли участие ремесленники из городов и районов нашей страны, а также из России, Монголии и Узбекистана. Кроме того, на фестивале состоялись мастер-классы, дефиле модели и концерт музыкальных ансамблей при Доме дружбы. Фестиваль казахского декоративно-прикладного искусства «Асылмура» проводится не впервые. Традиционное мероприятие в этом году собрало ремесленников из России, Монголии, Республики Алтай, а также мастеров из городов и районов Восточного Казахстана. Выставку посетила заместитель акима области Асем Нусупова. Она остановилась на каждой площадке мастеров и даже приобрела на память несколько сувениров. Лучшие национальные изделия примут участие в конкурсе, говорят организаторы. Я очень рада, что здесь сегодня присутствует ремесленники высокого уровня, которые представили нашему вниманию свои лучшие работы. Теперь наша задача – отобрать самые достойные из них. Главная цель мероприятия – возрождение и популяризация казахских традиционных народных ремесел. Уже несколько лет подряд Ассамблея народа Казахстана Восточно-Казахстанской области совместно с Домом дружбы и культурным центром Айша-Биби проводят этот фестиваль. Стоит сказать, что его участники уже успели показать свои изделия на международной выставке «Экспо-2017» и получить признание. Мастера, которые приехали на данную выставку, отмечают, что здесь собрались лучшие ремесленники. Мы очень рады, что приехали к вам. Нам очень здесь нравится. Все в национальных костюмах, все такие красивые. Выставка богатая. У нас очень много умельцев, оказывается. Своим творчеством посетители порадовали и народные ансамбли. Также во время фестиваля состоялась демонстрация моделей казахских национальных костюмов, мастер-классы по прикладному искусству и национальные казахские спортивные состязания и игры. Бакытгуль Казе, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей».